Моргенштерн, черный русский. Блин. Клип. Что меня тянет? Да, ты что, Василий? Любое твое желание решит. Слушай дальше. Домой хочу. Связал, короче, в чем суть? Блять. Ну че, сука? Пой давай. А то кишки выпущу. Один черный русский мальчик заработал капитальчик и пустил капусту в оборот. И купился хэнаканчик, раздувается карманчик, смелым пацанам всегда везет. Они довольны, дяди боссы курят жадно папиросы, думают, как нас закрышевать. А приглашают на доброс. Да-да. Ты настоящий. Волосы настоящие. А мы все дальше живем, курим и пьем, девок балуем бриллиантом. Эх, заживем, эх, заживем. Ну, мужики, за удачей. Ну, я понял, тело идет в непроизвольный пляс. Ты не можешь контролировать. Это на подкожном уровне. Конечно, это в генах. Ты не можешь контролировать себя, ты просто танцуешь как сумасшедший. Ты просто танцуешь и пьешь водку. Нихуя себе. Ба, конечно, нихуя себе, блядь. Нихуя себе. Ясен хуй, брат. И тебе вот так. Бамс. Это он так охуел с того, что я на жопу прыгнул. Конечно. Сука, провалился в текстурке. Ебать, охуенно, чел. Просто коллега. Пизда, блять. Ну он охуенный, блять. Нас. Это про нас. Просто руку, блядь, мужик, блядь, блядь, нихуя себе, вот это эмоции. Вот это эмоции. Красавчик. Блядь, наш человек. Че за, блядь, бюджеты ебанистические? Так он еще с этого, блядь, денег дохуя заработал. Yes. Удачи. В этом и прикол. Мы только вчера разгоняли, что вы прикиньте, ну, ебанутый клип, ебанутая песня, ебанутый камбэк, цифры, нахуй, как в лучшие времена 2020 года. И за все это нам еще заплатили. Это же, блядь, это же просто пиздец. Это идеальный мир, нахуй. Это, ну, это уже ход гения. Это как будто это сверхразум. Это как будто ты сейчас в этом лежишь, блядь. Феноменало, и я все. Нет, блядь, я не про это. Чем мы вчера обсуждали этот? Когда просыпаешься, не двигаешься. Сонный паралич? Во. Как будто это хуйня. Да нет, там страшно. А здесь круто. Да. И двигаться можно. И еще деньги. Базарма, блядь. Я что мысль хотел сказать? А тебе не кажется, что успех зависит немало от того, то, что еще, если бы это был не рекламный, допустим, клип, это, возможно, не было бы. Короче, как будто это уже. Не было бы интересно его делать. Как минимум, нахуй. Как будто это уже твоя фишка, блядь, которая она еще больше дает, типа. То, что, блядь, Морген опять сделал рекламу, это же охуенно. Угу. Бля, разъеб. Платите, платите, ребята. И вообще... Ай, и все будет хорошо. Отмечали, за Black Russia выпивали. Мужики, спасибо, вспомнил дом. Да, мы падали, затем вставали, богатели и нищали. Но остался каждый пацан. Эй! Алишерчик, ты чё, охуел, что ли? Какая игра, песенки поешь? Блядь, шарик. Друзей не зовёшь? Это пиздец. Как отмазать так, товарищ майор? Ну сразу сделал, блядь! Нажми на стоп! Я расскажу, я... Ой, 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 ой! Это знаешь, что было? Ты что, блядь, ебанулся? Дай расскажу, дай расскажу. Это знаете, как было? Знаете, как было? Я тебе понимаю. Так, так, давай, давай. Как мы, почему мы так вахуем, шарик? Почему вот мы каждую, блядь, реакцию про него говорим? Он стоит такой, блядь, во-первых, он надел костюм, и все, охуели. Помнишь, когда он надел этот костюм? Как родной. И он такой говорит, что мне делать? Мы такие объясняем, ну вот, ты должен зайти, и он просто отворачивается вот так вот, и поворачивается, и начинает ебать просто.
Я смотрю вот так вот. У него прям каждый дубль охуенный. Я даже слова не мог сказать. Я говорю, а что тебе говорить? Ну, работай. Ну, талантище. Я вот понял, что охуенно, конечно, работать с актерами, которые прям профессионально, они все-таки шарят. Шарят. Шарип. Шарип, как вызвать эмоцию. Вот. Но он практикуется в ментовском деле давно. Он много где играл именно. А, такие. Типа это прям его... Ну да, это прям... Это его. Ну, он вообще такой, знаешь, из криминальных фильмов, типа, вылез. Товарищ майор. Митрюша. Да я тебя выебу! Кого ты там выебешь, эй? Успокойся, успокойся. А успокойся, это твой голос? Нет, это... Где-то реально там. Ухаешь? Мы им сказали, скажут. А, да? Охуеть. А, не напрягайся. Э, ты тоже не перебачивай, нахуй. Бэкстейдж будет, ребятки. Да, бэкстейдж будет обязательно. Тоже можем вместе глянуть на стриме. Что там Милохин делает? Это лучший друг Моргена. Лучший друг Моргена. Милохин мой лучший друг, он сейчас в Москве. Кинул. Кинул меня, бля. Бам, нахуй, водички. А мы все дальше живем. Сколько мы эту песню делали, сколько клип снимали. Сколько мы под ней пили, бля, танцевали. Боже, все равно, как первый раз. Бля, ебать охуенно, да? Сука, что такое? Мы все дальше живем. Тут скажешь, я хочу танцевать, блядь. Привет. Давай, родная, боже. Что за песня? Ой. Как так сильно с ним понятно? Так. Дожарь эту шлюху. Дома, кстати, не было. Алишер, не ешь меня. Дом нарисован. Да. Играй по-черному. Да. Охуенная реклама. Просто ебан... Блядь, умеет. Еще, блядь, тизер, этот ажиотаж, блядь. Возвращается в Россию, блядь, ебать. Новый трек, ебать. Блядь, ну... Просто... Я просто похлопаю. Блять. Браво, браво, браво. Маэстро, маэстро, браво. Кореш, блять. Спасибо за вашу реакцию, кореш. Очень приятно. Я не знаю, кого ты написал. Спасибо за донат, но я не знаю. Что в конце? Что это такое? Что будет мнение? Блять, мнение. Охуенно, сильно коммерческий пиздец. Так. Скали, я вчера ночью мы были на съемках. Боря рутинно говорит, у Скали трек уже. Мы включаем. Так, я вижу обложку. Охуеть. Мы включаем. Блять. Так. Я в таком восторге, не помню, когда последний. Окей, я посмотрю, что там. Я просто был в восторге, блять. Я не знаю, я. Я так, блядь, обрадовался на Скале, хуй знает. Это просто... Вот он просто, ну вот, настолько Наташа, просто блядь. И вот красиво. Я понял, там уже все, уже мне не будет. Ладно, спасибо, спасибо. Сейчас я найду что-то, что-то айкосное, секундочку. Ребята, секундочку. Все просят Братишкина посмотреть. Да, давай сейчас посмотрю. Братишкин, Каша.